кустик с какими-то цветущими шишечками. Что это за шишечки? Мне любопытно, вот что это за дерево. Цветочное дерево. На нем так много цветов. Цветы похожи на лотос. Цветы огромные. Вот если с ладошкой сравнить, вот такой огромный цветок. Пахнут очень вкусно. Кто знает, что это за цветы, что это за дерево, как оно называется? Плодоносит оно или нет? Виноградную лозу можно встретить здесь на каждом углу. Вон, смотрите, все это виноград. И все вот так усыпано. Да, когда созреет, здесь вид будет, конечно, необыкновенный. Пытаюсь пройти вот туда, ближе к этой горочке, потому что смотрится это, конечно, очень красиво. Дома находятся на возвышении. Вот такие улочки. Здесь обычная простая жизнь. Не туристическая, а настоящая, живая. Ну, кстати, вот там проходит канатная дорога. Вот видите, вот там. Про канатную дорогу сниму отдельный видеоролик. Вот тоже сколько винограда. Все усыпано. Да столько много красивых винограда у вас, невозможно. Что, много? Много. Много? Да.
Я первый раз только вижу. Прям все усыпано. А Эдим, вот тогда покажем, какой виноград у нас есть. Да? Вот. А вы откуда? А мы из России. Родились в Казахстане, потом в Россию, а потом уехали уже сюда. Родились? Какого города? Москва. Москвы? И вы виноград не видели? Вот столько нет. Только в магазине. Только в магазине. Вы что говорите? Да. А вы вот такую степень видели? Вот такую виноград? Нет. Еще много хорошего вы еще увидите. У вас в Грузии очень красиво, очень хорошо. Нам нравится. Видите, вот все. Все усыпано. Оказывается, здесь бывает и побольше. То есть это далеко еще не усыпано виноградом. Это все немножко, как говорится. Так, вот домики красивые какие. Кстати говоря, здесь везде вот дорожка уложена вот не совсем ровно, вот такими горочками. Видимо, это подъезд к воротам. Поэтому, если я иду так с камерой не совсем ровно, не обращайте внимания. Я иду по горочкам. По горам, по долам. По грузинским. Вот тут дворец настоящий. Смотрите, красивый какой. Мне казалось, что я буквально пройду 1-2 переулка. И окажусь у подножия горы. А не тут-то было. Кажется, что все близко, а по факту идти, идти и идти. Конца и края не видать. Вот есть такие домики попроще. Так, здесь уже народу много. Продуктовый магазинчик. Давайте зайдем, посмотрим, что там есть. На цены посмотрим. Здесь уже побюджетнее. Вот огурцы Лари 40. Зелень, перчик. Абрикосы созрели. Кстати говоря, здесь уже арбузы продают. Уже есть арбузы. Домашние сыры, сметана. Кисломолочные продукты. Вот лимонад очень вкусный.
после него кока-колу мне хочется покупать. Грузинский лимонад очень вкусный. Конфеты. Вот цены на стиральные порошки здесь уже значительно ниже, чем в центре. Вот губки можно купить по одной штучке, не целую пачку. Если вы приехали ненадолго и вам нужны, допустим, 1-2 губки, зачем покупать целую пачку? Можно приехать здесь одну губку купить, моющие средства, все это бюджетнее. Ну, на что-то цены такие же, на что-то ниже. Вот, хинкали здесь есть. Блинчики с сыром, вареники с сыром. Бывают вареники с картошкой. То есть, если у вас есть желание сэкономить, можно самостоятельно купить и сварить хинкали. Мороженое. Мороженое очень вкусное грузинское. Такое, как раньше. Кстати, яички деревенские. Очень вкусные. Желточек у них такой насыщенный, маслянистый. Ну, а отличаются от городских. Ну, майонез тут подороже стоит. В общем, все здесь есть. Кстати говоря, гречка, рис, также стиральные порошки. В Батуми можно купить на развес. То есть, если вам нужно, допустим, стиральный порошок взять там 100 грамм, вы можете купить 100 грамм, не покупать целую пачку. Также и рис, и гречку. То есть, можно приобрести все на один раз. Здесь и приправы, и специи есть. Видите, все здесь можно купить. Такой уютный магазин. Вот именно не туристический, не прилизанный, а настоящий. Там, где приобретают продукты местное население. Ну, здесь какое-то событие. Здесь только мужчины. Вполне возможно, то, что там не совсем событие, может быть. Может быть, что-то произошло там. Вот уже вроде подходим ближе. Это почти окраина Батуми. Ну, может, не совсем окраина. Но я от центра ушла достаточно далеко. Здесь различные магазины, отели. Вот отель. Если хотите жить подальше от центра,
от городской суеты и любоваться на горы, то вот можно сюда заехать и наслаждаться вот таким видом каждый день. Там горы. Потому что камера все не передает. По факту это выглядит намного лучше. Да, ну конечно, там наверху жить. Как туда подниматься каждый день за продуктами ходить, я не представляю. Наверное, там живут люди подтянутые, спортивные. А может быть, туда маршрутки ходят. Хотя отсюда не видно, что там есть дорога. Вот, видите, как высоко. Оттуда, наверное, виды, конечно, роскошные. Вот на маршрутке можно проехать. Центр, из центра, может быть, наверх маршрутки ездят. Да, ну, конечно, как туда наверх забраться, я не понимаю. Разве что только на фуникулёре. Где-то, видимо, есть тропиночка, дорожка. Вон там центр находится.